О, промтехэкспертиза, директор по стратегическому развитию. Да? Нет. Под стражей, когда мы вдвоем содержались? Один год и два дня. Период содержания под стражей? С 18 сентября 2016 года по 20 сентября 2017 года. Копия принесенного заключения вы получили? Да, получил. Да. Что? 6 марта 2018 года. Наше постановление назначено на заседание получили? Да. Да. 28 марта 2018 года. Ваша честь. Горох Сергей Владимирович. 18 августа 1969 года.